и два стихотворения свежие совсем. Да. 23-го года. Вот широкое окно, не смотри в мобильник. Оптом стекловолокно требует могильник. Не смотри, когда пиар наномясорубки впаривает кочегар из твоей же трубки. Лупят короли пажей, не нагнавших мора. Окнам первых этажей не видать простора. В каждом доме есть окно, но нельзя на крышу. Оптом стекловолокно отовсюду слышу. Второе. 24-й год. Я шла с вечерней подработки, несла в охапке пачку книг, лаваш и полбутылки водки. Вдруг над пустынную дорогой возник амбар свинцовый мне, мигнув гирляндами в окне. Мой друг Аркадий прошлым летом, дурак, попал под самосвал. Как я могла забыть об этом? Так вот откуда, выпив брому и умываясь кипятком, по первому и по второму крушу по кругу новодел. Свинец вогнулся в дирижабль и выплюнул меня. Корабль, гирляндой вспыхнув, улетел. И последнее стихотворение Андрею Таврову, нашему поэту из Санкт-Петербурга, южному поэту. Когда кора на дереве дрожит, и белый сок не плавится в янтарь, болит земля, но дерево стоит. И человек стоит, и так дано, хоть с разницей одной, но все равно он падает на грудь, когда обнимут, чтоб снова встать. Все.